С 27 по 30 июля 2020 года на территории Челябинской области проходит профилактическое мероприятие «Автобус», цель которого – устранение причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий с участием пассажирского транспорта. Профилактика дорожно-транспортных происшествий по вине водителей автотранспорта, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Снижение тяжести последствий ДТП на пассажирском транспорте. В ходе мероприятия инспекторы ГИБДД усилят контроль за соблюдением правил дорожного движения водителями пассажирского транспорта. Проведут проверки на маршрутах, проверки соблюдения правил организованной перевозки детей. В рамках профилактического мероприятия «Автобус» сотрудники госавтоинспекции совместно с другими заинтересованными министерствами и ведомствами проведут массовые проверки маршрутных транспортных средств, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения и законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения в сфере пассажирских перевозок. За 6 месяцев 2020 года по вине водителей пассажирского транспорта совершено 39 дорожно-транспортных происшествий, в которые пострадали 46 человек, один человек погиб. Основными причинами дорожно-транспортных происшествий явились несоблюдение водителями правил дорожного движения, таких как неправильный выбор скорости движения, несоблюдение приоритетов движения, нарушение правил перевозки пассажиров, отсутствие контроля за техническим состоянием подвижного состава при выпуске на линии, за водительским составом со стороны должностных лиц предприятия.